Чуваши отметила День Республики, одно из самых зрелищных мероприятий праздничных дней – шествие участников фестиваля «Родники России». Мы прошли с ними по всему маршруту и увидели выступление победителей на Красной площади. Сегодня проспект Ленина закрыт для транспорта, но здесь не менее активное движение. Здесь текут родники России. Разные костюмы, разные флаги, разные песни. До 2004 года фестиваль назывался «Родники Поволжья», однако последние годы ему мало даже название «Родники России». В Чебоксары приезжали команды из Намибии, США, Бельгии, Италии, Белоруссии и других стран. Коллективы профессиональные и любительские, те, кто занимается традиционным народным творчеством или наоборот, на его основе создает что-то новое. Мы из Ленинградской области, город Выборг, на границе с Финляндией живем. Ансамбль вот. «Вереск». Ансамбль «Вереск». Это балалайка у нас в руках. То есть настоящая русская балалайка? Настоящая русская балалайка, да. Ясно. Сложно не учиться играть? Нет. Я вам могу даже показать частушки. Так что покупайте балалайку и играйте в свое удовольствие. У вас костюмы необычные, да, по сравнению с другими? Стилизованные, под фольк-рок. Так, что такое фольк-рок? Фольклор мы обрабатываем и в роковой, и в джазовой обработке. Большинство команд приехали за сотни или даже тысячи километров. Во время шествия в Чебоксарах им пришлось пройти еще 2,5. От Национальной библиотеки до Красной площади. Что вы сказали? Здравствуйте, от калмыцкой земли большой привет. Мы из Дагестана, города Махачкалы, Гиргебельского населения Гиргебель. Приехали сюда, в Чувашии, на этот фестиваль. Это национальный свадебный наряд, очень-очень старинный. Одевает невеста, которая сохранена, этот обряд сохранен и до сегодняшнего дня. Замыкают колонну чувашские команды. Казахский район, Волгозахоз, Пывчий. Так, что у вас за инструмент? По инструменту. Это просто свинар называется. Треугольник, как обычно. Просто там ножки, а материал из конского грабля. Сами сделали? Сами делали. Танцуют и поют ансамбли весь маршрут, но самые яркие номера оставляют для сцены на Красной площади. Там проходит гала-концерт и награждение победителей. Фестиваля есть, а проигравших нет. Для артистов главное – сцена, внимание и аплодисменты. Всего этого в Чебоксарах было в избытке. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика.